Витебске, с которым тесно связано имя основателя движения супрематизма Казимира Малевича, только что открылась экспозиция, получившая название по самой известной работе мэтра «Черный квадрат». Это, по мысли кураторов, способ отдать дань уважения Малевичу и его полотну, с момента создания которого исполняется 100 лет. Благодаря ему, открыл для себя геометрическую абстракцию. Хотя и раньше там я любил Мондриана, допустим, работы, но Малевич еще больше подтолкнул меня в создание своей концепции. Похожие ощущения и у скульптора Александра Слепова, который испытал сам увлечение Малевичем. Эта скульптура называется «Несущий огонь». Здесь у меня целая серия таких скульптур. Значит, скульптура основана на элементах Казимира Малевича, его основных цветов – черный, белый, красный, охра и предметы – крест, круг, квадрат. Тут объем, значит, соткан из элементов Малевича. Экспозиция в Витебске работает до конца января.